Финансово-хозяйственные вопросы деятельности университета были главными в повестке дня заседания ученого совета, прошедшего 25 октября текущего года. С итогами выполнения плана капитального и текущего ремонта и капитального строительства выступил исполняющий обязанности проректора по административно-хозяйственной работе Василий Владимирович Смещук. По итогам выполнения финансового плана за 9 месяцев 2013 года и предложений по корректировке плана на текущий год выступила начальник планово-финансового отдела Лариса Александровна Кликушина. План доходов и расходов небюджетного фонда представил на утверждение ректор университета Виктор Владимирович Шалай. Были рассмотрены и другие вопросы. С 12 по 14 ноября в Техническом университете прошла 5-я Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Россия молодая. Передовые технологии в промышленность». Конференцию открыл проректор университета по науке Анатолий Владимирович Косых. На планерном заседании было отмечено, что данная конференция дает прекрасную возможность молодежи представить свои научные предложения и изыскания для широкого обсуждения. Затем работа конференции продолжилась по секциям, а 14 ноября были подведены итоги конференции и вручены дипломы. Целый ряд культурно-досуговых мероприятий прошел в ВУЗе в канун дня рождения университета. В праздничных акциях приняли участие участники музыкальной студии, ансамбля «Ретро», представители факультетов ВУЗа, творческие силы студентов, проживающих в общежитиях. С большими концертными программами выступили ансамбль «Райда», студия «Футбэга», художественного слова и музыкальной студии. День рождения МГТУ стал яркой вехой в развитии студенческого творчества. Большая работа проводится факультетами университета по привлечению абитуриентов, будущих студентов нашего вуза. В этой работе используются разные методы и формы, от встречи со школьниками в узком кругу до проведения дней факультетов в актовом зале и аудиториях вуза, где не только рассказывается об условиях поступления, но и проводятся занятия по основным предметам, необходимых для воплощения мечты. В канун юбилея поэта-песенника Николая Добронравова, автора многих любимых песен, которые пели и поют в нашей стране, в актовом зале прошел вечер, посвященный творческому содружеству Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Зрители познакомились с биографией поэта и композитора, прозвучали их песни в исполнении ансамбля «Ретро». Вечер был подготовлен специалистом отдела проректора по внеучебной работе с социальным вопросом Ниной Николаевной Солохиной. Свою минуту славы получили участники мероприятия, прошедшего 21 ноября в актовом зале. Творческие номера представили на суд жюри и зрителей студенты, проживающие в общежитиях нашего вуза. Разнообразие номеров классического и альтернативного жанра стали украшением сценической программы праздника самодеятельного студенческого творчества.